Всем привет! Сегодня мы продолжаем, ну, понятное дело, продолжаем SDL Lesson, потому что вы кликнули на SDL урок номер 6. Сегодня, да, урок номер 6. Оригинал находится вот здесь. И урок 6 расскажет нам о том, о расширениях, точнее, о библиотеках, с помощью которых можно загружать другие форматы. До этого мы загружали BMP, но BMP не всегда интересен в играх или подобных программах. Популярен формат PNG, потому что там есть прозрачность. Вот. Так вот, что в уроке 6? В уроке 6 познакомимся просто с как бы дополнительной библиотекой, которая помогает загрузить PNG. Но если вы тут оригинал кликните, то здесь надо выбрать свою операционку. Дальше, как установить SDL image. Да, за это отвечает SDL image. Но в Ubuntu это легко и просто. apt-get install и libsdl2-image-dev. Вот. В Windows как-то в Windows. Либо можно самому скачать исходники и собрать. Ну, я в синаптике установил эту библиотеку. Дальше. Что надо дальше? Надо, конечно же, подключить, прилинковать эту библиотеку. Ну, здесь в Qt-шке, здесь все просто. Вот, SDL2 мы линковали, а теперь SDL2 image. После чего надо подключить заголовочный файл sdl2 sdl-image.h. И после этого мы можем уже загружать PNG-шки, либо другие картинки. А по поводу документации. Документация как-то вроде как-то криво где-то в другом месте. Но она есть. И она будет. Вот, запоминайте ссылку. Так, что здесь нового? Ну, здесь нового только то, что мы загружаем другую картинку. Давайте посмотрим на изменения. Изменение в том, что после создания окна, давайте перейдем на создание окна. Вот, после создания окна нам надо проинициализировать эту библиотеку. Для того, чтобы ее проинициализировать, надо вызвать функцию image-init. Что это за функция? Давайте перейдем вот сюда. Это инициализирует поддержку, ну, загрузки там этих разных картиночек. И смотрите, что можно загрузить. JPEG, PNG и TIFF. Вот, то есть это флаг. Да? Мы создаем флаг, инициализируем то, чем мы хотим проинициализировать. В данном случае хотим, чтобы была поддержка PNG-шек. То есть можно объединять. Можно вот так вот. Можно вот так вот, к примеру. Вот так вот. Ну, можно еще третий. Ну, мне здесь не надо, я здесь только PNG-шку. Дальше, смотрите, эта функция, что эта функция возвращает? Она возвращает битовую маску. Битовую маску, то есть если я загружаю, ну, хочу включить поддержку PNG, только PNG, то мне вернет битовую маску. И применив операцию I, если я получу единичку, то я буду знать, что PNG загрузилась. То есть я могу здесь включить, загружай мне PNG, дальше JPEG. Смотрите, к примеру, поддержка JPEG может не получиться. То есть, чтобы проверить конкретно на PNG, я делаю вот так вот, и я точно знаю, поддержка PNG есть или нет. Если нужно проверить на поддержку JPEG, я делаю вот так вот. Если же на и того, и другого, то, соответственно, я сравниваю эту битовую маску с возвращаемым значением. То есть вот здесь будет какой-то результат. Надеюсь, вы поняли мое нелепое объяснение. Так вот, image-init инициализирует, собственно говоря, этот модуль загрузки картинок. Ну и если все хорошо, то мы работаем дальше. Вот. Так, ну и непосредственно на загрузку. Вот, loads of face. Что здесь? Здесь у нас, в принципе, ничего
нового нет. То есть здесь все осталось точно так же. Как бы просто сюда уже передается не BMP, а PNG. Соответственно, если мы image init не сделаем, где он, то мы получим проблемы. Ну, давайте, смотрите, давайте раз загрузим. То есть это PNG-шки. PNG-шки растянуты. А теперь давайте я image init, ну, не сделаю. Ну, так получилось, да? Соответственно, мы получим. Чё, загрузилось? Не понял. А, ну, конечно же, загрузилось только потому, что всё-таки у нас там изменилось кое-что. Да, чуть-чуть лоханулся. Ну, вы меня извините. Так бывает. Да, вот, у нас же вот здесь еще ImageLoad. То есть зачем мы инициализировали эту библиотеку? Да? Для того, чтобы пользоваться функциями. Вот. А перед этим, до этого, у нас какая функция была? SDLoadBMP. А здесь ImageLoad. Соответственно, что у нас изменилось? У нас изменилось то, что после создания окна мы инициализируем эту библиотеку и указываем, что нам надо. И при загрузке картинок мы используем не image, не load BMP вот здесь, а image load. То есть эти первые три буковки говорят, ну, с какой библиотеки функция. Вот здесь, смотрите, из SDL, а здесь, ну, как бы SDL image. Вот. Ну, и все. То есть если запустим, все у нас работает. Весь функционал по изменению картинок и все такое, он остался предыдущим, потому что здесь работа с поверхностями. Вот. Ну, на сегодня все. Теперь вы умеете загружать PNG-картинки. Ну и, конечно же, не надо забывать, что после завершения, ну, при выходе из вашей программы, нужно выйти, то есть, грубо говоря, выгрузить эти библиотеки, то есть image SDL, а потом непосредственно SDL. Как бы чего-то страшного, по идее, не должно произойти, если ваша программа закрывается, и вы этого забыли, но все может быть. Лучше это делать, не забывать. Ну и, конечно же, поосвобождать все ресурсы. Ну а теперь точно все. Подписываемся, делимся, ставим колокольчик. Что там еще? Ставим колокольчик, ставим лайки и нажимаем на колокольчик. Во. Ну а теперь точно все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки и комментируем. Всем пока.